Знаменитый в прошлом и пребывающий сейчас в плачевном состоянии Дом культуры «Металлург» решено снести. Многие выражают готовность противостоять бульдозерам. Мы, если вы поедете на своих бульдозерах, мы под них будем ложиться. Да! Есть ли шанс вернуть зданию былую славу на фоне всеобщей любви к 90-м годам, выяснял наш корреспондент. Район и город находятся под угрозой того, что это может стать очагом криминала, разврата, наркомании и порока. Пока оно не стало рассадником криминала и не стало угрозой для нас и наших детей. Будущее без 90-х. Закончили? Разберитесь здесь. Вы готовы к тому, что мужчина войдет в вашу жизнь? Музыку выключен. Он за вашей спиной. Кто? Билан в пальто. На смерть сделано. Изыди. И зашел. Ах, эти белые розы. Желтые тюльпаны. Сибирские морозы. Танцы страны. Эти белые розы, о-о-о.
жуткие морозы, танцы странные, и снова ночь седая, никак не отпускает меня. Про белые розы, желтые тюльпаны, сибирские морозы, танцы странные, и снова ночь седая, никак не отпускает меня. Ах, эти белые розы, о-о-о, желтые тюльпаны, о-о-о, и снова ночь седая, никак не отпускает меня. До свидания. До свидания. Сносим!